Доброго ранку, мы из Украины. К сожалению, погибла одна женщина в возрасте в результате сегодняшних ночных обстрелов. Твари, женщина просто укрывалась в ванной от этих обстрелов. Все равно ракета ее там нашла. В двух словах, что происходит по направлению Херсона. Оккупанты массово выселяют людей из своих домов. На что это похоже? Минируют там, распространяют слухи, что 4-6 будут обстрелы, обстреливать готовятся сами. Но суть в чем? Похоже, они расселяют людей, своих чмобиков, только в дома, в которых есть условия. То есть вода, газ, свет, то есть, чтобы было тепло, вода, электричество. На что похоже? Похоже на то, что они собираются там надолго. Первое. Второе, похоже на то, что они предоставляют условия своим мобилизированным лучше, чем у них дома, или они таких в принципе никогда в жизни не видели. В надежде на то, что когда будут отступать, они обживутся и будут там сидеть, и не сильно хотеть убегать и сдаваться. То есть русские за счет гражданского населения Херсонской области создают своим мобилизированным условия жизни, для того, чтобы нравилось там жить. То есть, ну, чуть ли не милитаризированную зону на левом береге Днепра собираются делать, такой буфер перед Крымом. Ну, такое.